Ай! Это праздник души, когда вся семья, дети, внуки идут. Эмоции лыжников перед стартом, считанные минуты до забега. Региональный этап лыжни России. Здесь любители и профессионалы. Это очень замечательно, что море людей стартует, поддерживает здоровый образ жизни. И то, что это происходит на плане, это очень круто, потому что это Московская область. И это Химки. Как настрой? Хороший настрой. На победу настрой. Да. Какое место займешь? Первый. Алена Дергачева – преподаватель, учит детей иностранным языкам, а после уроков сразу на лыжи. Я приехала впервые на лыжню в России, очень рада, долго очень добиралась на электричке. Вот такой немножко морозный день, но все равно настроение бодрое и веселое. В церемонии открытия лыжной гонки приняли участие депутаты и олимпийские чемпионы. Старт забегу дал министр спорта региона Роман Терюшков. Новички, любители и опытные спортсмены. Все они покоряют дистанцию в 10 километров. Впереди подъемы, крутые спуски. Дорога каждая секунда. Для болельщиков развлекательная программа, творческие коллективы, ярмарки, чай с самовара, сушки, чтобы поддерживать лыжников тепло и комфортно. Давай, 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 чуть-чуть осталось. Молодцы, немножечко осталось. В самой массовой лыжной гонке приняло участие более 13 тысяч человек. До финиша считанные метры. Самое время собрать волю в кулак и показать, на что ты способен. По итогам гонки жители Подмосковья стали лучшими среди юношей и девушек. Денис Роскошин и Елизавета Кармишкина заняли первую ступень пьедестала. Алена Беляева, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.